Ежегодно, начиная с 2013 года, 18 мая в Национальном музее Таджикистана проводится международная акция «Ночь в музее», посвященная Международному дню музеев. Целью акции является привлечение посетителей и их ознакомление с богатым историческим наследием таджикского народа, представленным в музее. В этом году в рамках акции состоялось 18 культурных мероприятий для разных возрастных групп и слоев общества, направленные на привлечение гражданского общества к истории и культуре страны, повышение чувства патриотизма и национального самосознания, пробуждение патриотической гордости у подрастающего поколения. Организаторами развлекательных программ является правительство Республики Таджикистан, исполнительный орган государственной власти города Душанбе и Национальный музей Таджикистана. В этом году в акции «Ночь в музее» приняли участие представители дипломатического корпуса 15 зарубежных стран, которые организовали выставку народных промыслов и исторических артефактов. В нашем уголке выставки я представляю турецкие сладости. Эти десерты прославили Турцию далеко за ее пределами и являются народным историко-культурным достоянием моего народа. Моя родина Палестина славится уникальными ювелирными изделиями с натуральными самоцветами, поэтому в нашем уголке выставки большое внимание мы уделили ювелирным изделиям ручной работы. В Таджикистане на сегодняшний день насчитывается 120 музеев, в которых помимо других экспонатов насчитывается свыше 344 тысяч уникальных ценных артефактов, имеющих историческое значение. Количество экспонатов увеличивается ежегодно. Они выкупаются у населения, также их находят археологи. Кроме того, при поддержке правительства принимаются необходимые меры для возвращения в республику ценных старинных экспонатов или их копий, которые по каким-либо причинам находятся за пределами страны. Зумрад Файзиева, Рано Азизи, Холда Влатов, Новости.